История мисс Мопед. Эта кошечка по имени мисс Мопед, ей кажется, что она услышала мышь. Это мышонок выглядывает из-за шкафа и смеется над мисс Мопед. Он не боится котенка. Эта мисс Мопед прыгает слишком поздно, она не успела допрыгнуть до мыши и ударилась головой. Она думает, что это очень твердый шкаф. Мышонок наблюдает за мисс Мопед с вершины шкафа. Мисс Мопед повязывает на голову пыльник и садится перед камином. Мышонок думает, что она выглядит очень плохо. Он спускается по колокольчику. Мисс Мопед выглядит все хуже и хуже. Мышонок подходит ближе. Мисс Мопед держит свою бедную голову в лапах и смотрит на него через дырку в пыльнике. Мышонок подходит совсем близко. И вдруг мисс Мопед прыгает на мышь. А поскольку мышь дразнила мисс Мопед решила, что будет дразнить мышь, что совсем невежливо со стороны мисс Мопед. Она завязывает его в пыльник и бросает его, как мяч. Но она забыла про дырку в пыльнике, и когда она развязала его, у мышонка не было.